Книга Бытие, 5 глава. Перед нами страшные последствия греха в каждом поколении. Перед нами перечень имен отцов и удручающая похожесть, удручающийся повтор в описании их жизни. Этот повтор начинается в 5 стихе. Всех дней жизни Адамова было 930 лет, и он умер. То же самое в 8 стихе о Сифе, и умер. В 11 стихе о Еносе, и он умер. 14 стих о Каинане, и он умер. Снова и снова звучит эта мысль, он умер, и он умер, и он умер. Это как, когда читаешь биографию человека, жившего давным-давно. Мы не знаем, с чего биография начинается. Мы не знаем, как этот человек жил, но мы знаем, чем все закончится. Мы знаем, что прочитаем о его смерти, о том, как, где и когда он или она умер или умерла. Но в 7 поколении, в книге Бытие, 5 глава, начиная с 22 стиха до 24 стиха, мы видим некоторые исключения. «Ходил Енох пред Богом», 22 стих. «Всех же дней Еноха было 365 лет», 23 стих. 24 стих. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Нет этих слов, которые мы уже привыкли слышать, «и он умер». Нет. Почему же? Это некое указание на то, как ощутят себя люди, живущие в момент второго пришествия Иисуса Христа. В послании к евреям, 9 глава, написано, что человеку положено, назначено один раз умереть, а потом суд. В августе 1994 года на моих глазах умер мой отец. Я видел, как он умирал. Я смотрел ему в глаза, смотрел ему в лицо. Более того, я видел, как он последний раз в жизни открыл глаза, кроме нас с отцом, в комнате тогда никого не было. Глядя на него, я подумал, вот долг, который каждый из нас оплачивает за Адама. Вот долг, который нам передал Адам. Долг греха. Однако люди, которые застанут пришествие Иисуса Христа, не умрут. Некоторые христиане считают, что церковь будет взята из мира еще до Великой Скорби. Если это действительно так, то Енох и есть прообраз того, что случится в момент восхищения церкви. Но независимо от того, как мы относимся к пророчеству, практически все христиане считают, что люди, которые будут жить на земле в момент второго пришествия Христа, будут взяты в небеса живыми. Они минуют физическую смерть. В какой-то степени это, конечно, награда. Но я не думаю, что Енох был более праведным, чем другие люди, жившие на земле. Ну, например, Даниил, Иосиф. Это же, конечно же, праведные люди. И все же все они умерли, вопреки тому, что они ходили с Богом. Наверное, это не только награда. Это еще и указание или прообраз того, как работает Бог, как действует Бог. Это указание на то, что Бог в силах победить смерть. Еще кое-что хочу сказать. Я не знаю, стоит об этом говорить или нет. И все же, очень часто проповедники или в своих проповедях, или в своих книгах пишут о том, что Енох, возможно, это один из двух свидетелей. Помните уже в конце Библии, в книге Откровения Иоанна Богослова, 11 глава, мы читаем о двух свидетелях, двух сверхъестественных личностях, которых Господь посылает на землю. Имена их не названы. Эти свидетели оканчивают жизнь мученической смертью. Некоторые люди верят, что это Енох и Илия, потому что только Енох и Илия
не вкусили физической смерти. И некоторые считают, что физическую смерть они еще переживут в более позднем поколении, в последнем поколении, в поколении, о котором говорится в Откровении Иоанна Богослова, 11 глава. Я не знаю, так это или нет, но, вообще говоря, это совершенно не обязательно так. Так или иначе, Енох и Илия — два человека в Ветхом Завете, которые действительно не увидели, по Божьей благодати, не увидели физической смерти. В жизни Еноха мы встречаемся с одним очень важным утверждением. Бытие 5.24. «Их ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Енох ходил пред Богом. Иисус тоже говорит об этом принципе в Евангелии от Иоанна, 15 глава. Мы должны пребывать во Христе. Это принцип, о котором говорит апостол Павел в послании к Галатам, 5 глава, о том, что мы должны ходить по Духу, о том, что мы буквально должны ходить там, где ходит Бог, так, как ходит Бог, туда, куда ходит Бог, теми же путями, которыми ведет нас Бог. Вот первый пример такого хождения пред Богом, первый пример такого благочестия — это, собственно, и есть жизнь Еноха. Один известный проповедник любил рассказывать историю, несколько сентиментальную историю, но все же историю о том, как каждый день Енох прогуливался с Богом. И Бог приходил за ним, и они вместе гуляли. Много-много лет так продолжалось. И однажды они долго шли вместе, и Бог вдруг говорит: «Ты знаешь, Енох, сейчас мы уже долго прошли, ты сейчас ближе к моему дому, чем к своему, поэтому пойдем со мной дальше». Моя молитва о том, чтобы каждый из нас принял смерть вот так. Я не уверен, что мы застанем пришествие Иисуса Христа при нашей жизни. У меня такого шанса меньше, чем у вас, я старше вас. У вас такой возможности больше. Может быть, вам предстоит пройти через то же, через что прошел Енох, избежать физической смерти. Но давайте задумаемся о том, почему мы хотим или не хотим увидеть при жизни своей пришествие Иисуса Христа. Например, Спердженн в свое время говорил, что он не хочет своими глазами при своей жизни увидеть пришествие Иисуса Христа, потому что он не хочет попасть в вечность, упустив моменты физической смерти и общения со Христом, которое приходит именно в момент физической смерти. Ведь Иисус тоже прошел через физическую смерть. И я, говорил Спердженн, хочу пройти через физическую смерть, через общение со Христом в момент физической смерти. Нам незачем бояться смерти. Нам незачем опасаться смерти. В Евангелии от Иоанна, 11 глава, 25 стих. Иисус говорит Марфе: «Я воскресение и жизнь, верующий в Меня не умрет». Вы переживете смерть не так, как ее будут переживать неверующие люди. Для вас смерть не станет смертью, она будет для вас как ворота. Вы перейдете от смерти к жизни и от жизни с маленькой буквы к жизни с большой буквы. Так что нечего опасаться и нечего бояться смерти. И вот перед нами такая замечательная иллюстрация в пятой главе. И в конце пятой главы мы читаем о рождении этого великого человека по имени Ной. В прошлой лекции я сказал, что Мафусал — отец Ноя. Нет, на самом деле не отец, а дед Ноя. Но помните, что вполне возможно, в этих родословных есть пробелы, и далеко не все числа в этих родословных, далеко не все возрасты в этих родословных ясны. Я вспоминаю о человеке, замечательном совершенно ученом, Эдвин Тилли, он окончил университет Чикаго, и большую часть своей жизни он посвятил разрешению проблем с числами в Ветхом и Новом Заветах. Его интересовал вопрос возраста, вопрос чисел в первоначальных рукописях, в подлинниках. В результате он написал книгу, которая называется «Таинственные числа еврейских царей». «Таинственные числа еврейских царей». Итак, в конце пятой главы, в 32 стихе, мы читаем: «Ноя было 500 лет, и родил Ной трех сыновей — Сима, Хама и Афета».